Если бы на перроне стоял поезд, который едет в СССР, то многие бы, наверное, купили билет, но потом вернулись бы обратно. Интерес к эпохе растет, и мы этим воспользуемся. Достижения СССР признают во всем мире. Потенциал СССР был настолько велик, что им пользуются до сих пор. Мы были первыми в космосе. СССР был мощной ядерной державой, с которой считались все. Наш ледокольный флот и сегодня лучший в мире. Все социальные стандарты, которыми сегодня гордятся на Западе, появились именно в Советском Союзе. Бесплатное образование, медицина, жилье, санатории по путевкам профсоюза. А еще СССР для многих страна детства и юности. Был в истории странный день, освещенный улыбкой и озвучен всего одним словом – поехали. 12 апреля 1961 года мир снова с восторгом и удивлением смотрел на СССР. Опять эти русские впереди. Он был первым, кто увидел, что Земля в самом деле круглая, голубая и очень красивая. Однажды в сети мне попался один сюжет откровения человека, даже не знаю, как его назвать, гражданина. Он сказал о Гагарине так. Да что он в сущности сделал? Он всего лишь лежал 108 минут. Вот из-за таких дебилов Советский Союз развалился. Ну, в том числе. Причин было, на самом деле, много. Полет Гагарина длился 108 минут. Но эти минуты перевернули весь мир, заставили ее встрепенуться опять русские. А потом была знаменитая встреча. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Удивительно, советская пропаганда, несмотря на всю свою мощь, не смогла сделать из Гагарина бронзовый памятник. Мы подготовили подборку снимков, на которых Юрий Алексеевич не герой, а муж, отец, товарищ, друг. Посмотрите. Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской